Приветствую всех поехавших любителей металлопоиска. Сегодня 1 мая, и мы выдвинулись в двухдневную экспедицию по старым местам. Пробивать будем, ездить. Сейчас надо на 18-ху поедем. Ну, посмотрим, подумаем. Надо определиться с местом конкретно, окончательно. Погодка стоит вообще отменная. Птички поют. Здесь вон сзади меня тоже что-то стояло. Здесь 19-ха была, но она сейчас в траве. Раньше здесь коров пасли, сейчас не пасут. Так что все заросло. Просто заехали посмотреть, что тут вообще делается. Какие тут движухи могут быть. Так что вот такие дела. Да, братаны? А то. Погода просто прекрасная. Шепчет просто. Птички поют. Ветра нет. Трава еще не большая. Зашибись. Скоро спецвыезд намечается на 15 число же, да. С приключениями? С приключениями. Без приключений пока еще ни один год не обошлось. Опасно с тобой связаться. Ты... 15 число, если кто забыл. Все. Ты опасный тип. Так что вот такие дела. Так, что, этот зарядник достать? Пошел по это. Ну, пополз. Как она шла, как убивали. Короче, дальше непонятно. Родник, ну, да. Фиг его знает. Ну что, пошло дело? Да куда оно нахуй? Нормально. Вот эти-то поля типа от ветра, походу, да, засажены? Да, да. Вот у этого то, блядь, трешечку в прошлый раз поднял последнего чекана. Ну что, ну там тоже вот, блядь, холм вот этот, не помню, какой интересный, блядь, камни надо. А там далеко от воды. Ну, читай, вот он, решил я, блядь. Вот здесь бы я бы шурфанул, но, блин, там трава на самом хуторе. Вот место высокое, хорошее. Так здесь и есть хутор. Вот он, это у меня есть. Но... Это мы в том году вот здесь вот где-то ночевали. Но самое нормальное место не выгорело. За тополем, по-моему. Итак, путешествие продолжается. Остановились посмотреть вот такое озеро посреди. Посреди пашни. По-моему, на нем что-то было. Плавают утки. Бегают косули. Всякая дичь везде. Нас окружает. Пойдемте посмотрим пашню. На предмет культурного слоя. Комары уже летают. Сволочи. А на какой карте здесь хутор-то? Вот и на этой тоже есть. 28-го? Да, на ней тоже есть. Что? Керамика. Что ты нашел? Керамика. О, керамика. 19-я такая. Кирпич. Че, пробежимся? Или что? Ну, бля, я не знаю. Смотри, распахано. Пахали, можно пробежаться. Только распахано, видать, недавно. Ага, вот еще керамика валяется. Я тебе говорю, мы когда здесь сюда приехали... Тут, короче, было пиздец. А керамика-то, кстати, 19-я такая нормальная. Кирпич старый. Подъедь сюда ближе к пашне, давай пробежимся, ну. Да что, пусть она там стоит, что вот она, блядь. Ну и да. Там, там, сям, блядь. Ну пошли за приборами, что так ходить-то?
Смотрите, есть культура, есть. Значит, надо ходить. Да, вот, по-моему, один вот там, скутер, по-моему, вот где-то вот тут, по-моему. Интересная какая-то керамика такая. Затем болотом. Такая легкая керамика. А один вот здесь, да, вот. У нас там тяжелее валяется. Когда мы приезжали, тут травы. Красивое было, место. Пиздец. Поясните, Андрей, что вы нашли? Что это такое? Это руда. Содержит серебро, золото, медь, драгметалл. И сколько там чего на тонну? О, на тонну, ну может быть. Ну примерно. 2-3 грамма золота на тонну. Вот так вот, братаны. Тонну таких камней расфигачите. 2 грамма золота, если сможете забрать. Так, ходим по этой гигантской пашне. Значит, был сигнальчик. Поднял вот такую интересную штуку. Колесико от какого-то примуса. Блин, при том какое-то такое непонятное, интересное. Я таких вообще никогда не видел. Какой-то герб, символика какая-то. Неизвестная мне. Что-то редкое похоже, блин. Интересно. Ну-ка, сейчас я под водичкой протру немножко, покажу вам. Вот всегда такие непонятки радуют, когда находишь. Вот такая штука. Не знаю, что за керосинка, прикольно. Что за примус. Интересно, блин, нифига. Люблю всякие клейма непонятные, не знаю, которые раньше не встречал. Ладно, друзья, продолжаем искать. Итак, еще сигнальчик. Еще сигнальчик какой-то. Да не, походу, железяка. Ну, точно. Ну. Итак, друзья, немного еще отошел. И смотрите, что на пашне торчит. Монеточка. О, монетосик. Двушка, 31-й год. Вот, кстати, постоянно они почему-то вогнутые. Как-то ими играли или что? Для игры это вогнутые или что? Попадаются советики. Ну что ж, первая монетка есть. Продолжаем искать. Так, был сигнал хороший. И смотрите, что лежит. О, сегодня такие классные находки, которые меня радуют обычно. Кран от самовара, блин, такой классный. О, зашибись. То монеты поднадоели уже давно. Хочется того, чего-то такого вот. Чего-то не монетного такого. И как раз находочки идут. Сейчас бы еще верток найти. Вообще было бы классно. Я как-то раз кран нашел, и рядом еще одна вот эта верток-то валялся. Комплект как раз получился. Ну, будем надеяться, найдем сейчас. Хорошая находка, радостная. Ищем. Андрюха что-то там орет, что-то нашел, блин. Блин, это так-то нормально идти-то мне? Не дай бог, что-то. Фиговое. Ну и чё ты, а? Неужто я зря столько топал? Фигня, надо какую-нибудь, нашел фигню какую-нибудь. Пуговку. Ёкалы мэне. И чё? Образок, ну. Пойдет вообще. Образок, классная тема. Туда надо идти, там больше культуры, короче, вот где у меня лопата стоит. Там прям видно, как будто жилье распахано. Да. А здесь так, мел, это, прилегающая какая-то. Сигнальчик. Какой-то сигнальчик, вроде не глубоко. Ага, что-то выпало. А, шмотятенькая какая-то. Ладно, ищем дальше. Так.
Так, посмотрим, что-то звенит. Ох, ёлки-палки! Вот это да! Вот это находочка! Камера снимает? А? Красненькая. Ох, хорошо. О, красава. А нашел что-нибудь? Ну так. Вот здесь, кстати, больше сигналов пошло. А здесь вот, вот. Да-да-да. Вот тут явно жилье было вот здесь. Обалдеть, я давно хотел, вот, блин, немножко отколотый. Чуть-чуть, ну почти целый. Ну да. Ну на, вот кусочек запаяешь сюда. Вот, кстати, смотри, фигнишка какая-то болтала сам внутри. Кстати, я сейчас поднял интересную штуку. Колесико от примуса какое-то прикольное. С таким клеймом я никогда не видел вообще. О, с таким же! Прикинь, с таким же клеймом! Смотри! Ага. Офигеть! Нифига. Не, у меня чуть-чуть другое, смотри. Одинаковые? Не, круг. Я просто почистил. Круг, смотри, у тебя меньше круг. А, в новой натуре. Это разновиды еще разные всякие. Блин, классно, нифига. Можно, в принципе, и здесь остаться. Ну, я не знаю, смотрите. А что, сигнал есть? Что еще надо? Есть сигналы, да, не спорю. Нифига, колокольчик. Эх, чуть-чуть. Ну, видишь, тоже конина, бля, прет нам. Ну-ну-ну, ошибись. Итак, сигнальчик. О, неплохо звенит так-то. Так, так, так. О, конинка, кониночка. Какой-то сигнальчик непонятный. Ага, что-то есть. О, конинка покрупнее пошла. Ну ладно, чё, находочка. Андрюха что-то в гадарике копает. А у меня сигнальчик. Какой-то сигналец. Ага. О, нифига знатно звенит как. Интересно. Хорошо звенит вообще. Ну-ка, давайте посмотрим с вами. А, кусочек какой-то. Ага, какой-то бронзовый кусочек непонятный. А, хорошо звенел, блин, зараза. Ну вот, Андрюха говорит, что у него типа хороший сигнал. Сейчас посмотрим, насколько он хорош. А, ну. Железяка, да? Не. Как нет? Что-то есть. Сейчас посмотрим, насколько. О, он вылетел. Да. Ну и чё? Это был ложный сигнал. Нифига, это был не ложный сигнал, блин. Она на ребро, наверное, встала монета, блин. Ну-ка, дай я посмотрю. Ну, железяка, блин. Специалист. Итак, какой-то сигнальчик. О, пуговка.
Пуговка, братаны. Ага, медная пуговка, без надписи, без рисунка. Пойдет. Ну вот. Ага, а, типа хуйня. Альфа, да? Ну, что-то какая-то хуйня. Типа Альфа только какая-то. Подожди, что-то тут еще поменяло. Ну-ка, может, здесь другая часть. Итак, хороший сигнал. Ага, что-то звенит. А, фигнюшечка, да? Какая-то фигнюшечка. Я тебе говорил, меньше полтины не зови. Чё нашел? О! Копейка серебром, походу, да? Нет, крупная для копейки. Копейка чё? Копейка? Я уже иду. Делайте ваши ставки. Копейка серебром. Не-не-не. Да. Это трешка либо пятачок, стопудово. Копейка? Нет, копейка серебром. О, не, большая в натуре. Че, в облаках что-то? Массон, массон. Двушка. Пятак. Двушка. Трешка, трешка. Трешка плоская. Двушка. Трешка. Трешка? Да, трешечка. Это морозок. Прикинь, да, как лежала. Просто лежала? Просто лежала. Зашибись, что? Вылетела. Нормально, что? Красава. Нормалек, что? Зашибись. Так, пацаны тут нашли, короче, немножко хабарка. А вон Леха нашел тоже типа такой же. Типа такого же разновида фигнюшку над примуса. Кстати, интересная штука, блин, я ни разу не находил таких. Да, я тоже не попадали с этим. Стекло, вот я стекло люблю, кстати. Классная тема. Пузыречек целенький. Там золото было, не высыпало. Да, золото кончилось. А чего это? Маленький пузырек. Да хрен, может. Да это духи. Вот такая непонятная штучка. Шмердятинки всякие. Так. У Андрюхи трешка плоского. 1859. 3 копейки 53. Копейка последнего чекана. Образок 19. Этот как его? Отдушник. Отдушник тоже пару штук нашел. Такие штучки. Ну вот такие дела, в общем. Понятно, что. Куртя еще есть? Тупик, что ли, да, или что? Блин, речка вон течет. Короче, вон там пошла. Моднейший мост, смотри. Не, вон там еще дорога идет, объезжает. А, конечно. Ну вот, смотрите, братишка поехавший говорит, что это хуета. Нормально. Не, ну что, это реально хуета. Не, конечно. Тут вот неспроста вот эти вот доски бревна лежат. Прекращай, нахрен, я предлагаю назад ехать. Не-не-не. Да проедем, Коль. Едем прямо. Отморозки, блин. Ты поехавший, это смотри, тут песок какой-то сейчас заловится и все, блин. Поехавший отморозки, блин. Thank you.
На этот раз пронесло. Так. Мы же на Неве. Лед. До сих пор, прикиньте, братаны, здесь лед лежит в лесу. Это местность напоминает, что вы попали в какой-то ад. Ты, кстати, смотрел фильм «Поворотник туда»? «Поворотник». А? Смотрел фильм? По-моему, вот мне эта местность напоминает. Главное, сейчас, чтобы не было дежавю. Алкомутанты какие-нибудь вылезут, мутированные. Жесть. Это хуйня, там нам еще, по-моему, предстоит еще одну речку переезжать. Да? Думаешь? У меня плохое предчувствие. Это уже перед самой кукушкой там почти. Сейчас его проезжаем полностью по реке. О, какие пороги. Блин, нормальная бы камера сейчас. Блять, вот это вот. Золото. Здесь по-любому есть. Не до золота, монет бы накопать. Хули монеты, меньше ебал. Это фишка. А там сейчас какая-то яма была? Да? Ну, видать, отдельно что-то стоит. Какой-то это, вон, деревья. А, да это пацанята. Да. Какие-то адовые ямы, нифига, провалилась почва. Давай, успокойся. Итак, в общем, прибыли на еще одно место нашего назначения. Большая деревня, отмечена на ПГМ. Но визуально смотрится, как будто недавно вообще. Позятина, короче, какая-то. Не знаю, сейчас посмотрим, может быть, старую часть найдем. Пробьем эту местность. Просторы тут вообще какие-то невероятные. Ну, что ты там говоришь? Сигнальчик, говоришь, у тебя, да, или что? Да, четкий, монетный сигнал. Ну давай, Андрюха, порадуй чем-нибудь. Давай, давай. Что же там такое? Интрига нарастает. Че, выкопал? Нет. Ну-ка, давай пином проверим. Не-не, с левой стороны, да, вот здесь где-то. А, сразу. Не глубоко. Ну, корни лопатой, ну. Железяка. Вот твой четкий сигнал. О, железка. Да я. А, не, погоди, нет. Камень это был. Ну, что-то такое похоже на железку. Железка, блин, да. Кусок пилы.
Поздравляю тебя. Собери пилу, как пазл. Называется. Стоят большие старинные тополя. Вот как раз где вот эти тополя, примерно здесь по ПГМу деревня старая находилась. Ну не знаю, сейчас посмотрим. Посмотрим. Пробьем. Вон ямы, холмики, что-то такое непонятное. Сейчас посмотрим, что это место нам преподнесет. Если нет, то вернемся на то, где распахано. Посмотрим. Так, время уже 7 часов. Приступаем. Итак, короче, подошел к тополю, был четкий сигнал. Копнул на глубине почти штык. Выпала манитосинка, друзья. Манитосинка. И походу это двушечка или Екатерина II. С конягой, все как полагается. Ну-ка, подержи камеру, водичкой. Водичка ее немножечко протру. Ага, двушечка. Двушечка Екатерины. Понял? Так. Глубоко, да, Коль? Да, где-то штык. Ну, в общем, вот такие вот дела. Пошло дело. Причем сигнал, блин, четкий. Ну, среди железяк, конечно, надо выфигачивать здесь. Но что поделать. Да, мусора тут. Зато 18-ка есть. Много. Ладно, друзья, продолжаем. Нифига там тополя. Ничего там тополь лежит не слабый, да? Офигеть, ничего себе. Вот это тополь. Ё-моё, нифига ствол. Древний тополь. Офигеть. Нашел что-нибудь? Тоже. Железяки одни. Железяки одни звенят, говорю. В общем, полазили здесь еще немного. Больше ничего не нашли. Решили вернуться на распашку. На распашке всякое интереснее ходить. Распашка свежая. Так что до темна, я думаю, успеем, может быть. Ну, посмотрим. Гоним. Наконец-то приехали на прошлое место, где пашня. Разбиваем лагерь. Сейчас перекусим. Я поставил чайку. О, чаечек. Сейчас быстренько закипит, чайку попью, покушаю колбаски там и пойду, наверное, поищу. Парни вон там лазят в лесу, за дровами пошли, ну, более-менее дров уже принесли, хватит. Так, что там у нас по времени? О, фигня еще. Красота, блин. Итак, начал ночной коп. На болоте там лягушки квакают. Первый сигнальчик был. Вот такая заготовочка под кольцо, недоделанное колечко. Время уже 11:10. Вот так вот. Продолжаем искать.
Немножко подошелся от колечка, был четкий сигнал, смотрите, что выпало. Какая-то монетка. Только непонятно, что это за монетка. Вся в каких-то окислах. Возможно, в навозе была. Ну-ка. Гурт вроде рубчатый. Наверное, последний чекан что-то. Может, трешка последнего чекана примерно по размеру. Что-то типа такого. Ладно, друзья, ищем. Блин, а супер вообще ходить ночью. Красота, тишина такая, спокойствие. Ходим. Друзья, ночной коп начинает давать свои результаты. Смотрите, что лежит. Это, походу, пятачок. Да, это пятачок. Да, 69-й год. О, пятачок, пятачок. Хоть и последнего чекана, но нормальная тема. Прикольно, продолжаем искать. Вот, а вот и серебро пошло. А, серебряная серьга показалась. Так, что там, клейма какие-нибудь есть на ней или нет? Вроде что-то есть. АЦ, по-моему. Да, АЦ я уж такой как-то поднимал. Но, к сожалению, 84 не написано. Жалко. Но это серебро. Может, просто стерлось. АЦ это инициалы мастера. По идее, еще проба должна стоять. Ну ладно, что. Приятная находка. Кто-то там какие-то звуки издает на болоте. А мы ходим и ищем. Продолжаю ночной коп. Уже 12-13. Что-то ветер поднялся. А, был сигнальчик. Смотрите, что выпало. Медная ложечка старинная. Гнутая, но целая. Приятная находка. На них, кстати, тоже клейма бывают. Но на этой вроде нету ничего. Ну да, ничего нету. Пойдет. Пойдет нормальная находочка, что? А нет, есть какое-то клеймо. Да, есть, что-то там есть. Ну-ка. Сейчас... Протрем. А, сейчас непонятно. Что-то вроде написано, но не поймешь, что. Ладно, ищем. Посмотрим на этого моднейшего типа. Супер бляха для ночного копа. Знатно, знатно. Так ты покажи хоть что нашел-то. Да потом покажу. Ты как этот, как НЛО какой-то, инопланетянин. Ладно, у меня был сигнальчик. И вот, смотрите, что выпало. О, листик, листик. Крестик, листик, друзья. Неплохо, неплохо. Ночной коп, это тема. Так, продолжаем ночной коп, короче. Монетосик выпал еще один. Копеечка с серебром. 42-го года, братаны. Или 43-го, или 40-го. Фиг поймешь. Но факт в том, что монетос. Тун-тун-тун-тун-тун. Ищем. Моднейшая кровать, братаны. Время 2:30. И отбой.
до завтрашнего утра. 5:20. Неплохо поспал. 2.5 часа на бревнышках. Наступило утрецо. Поставил чаек сейчас. Красота. Наконец-то видно, хоть куда можно идти, куда что. Ночью путаешься, ходишь. Не поймешь, где находишься. Сейчас попью чаек, да пойду еще немножко похожу, наверное. Может, еще что-нибудь найду. Хожу, ищу, значит, сигнальчик. И вот такая одлянистая пуговица маленькая. Прикольно. Утро, хорошо. Красота, блин. Время 7:20. Был сигнал. Нашел какую-то иностранную монету. По-моему, Германия это, наверное. По-моему, скорее всего. 1885 года. Но, к сожалению, из нее пытались сделать кольцо. И монетку убили. Вот так вот, невезуха. Ищем. Я буквально тут же еще одна монетка, смотрите. О! 0,5 копейки. Люблю такие монеты советские, 0,5 копейки, блин. Какой там год? 25-й вроде бы. Зашибись. Неплохо сегодня. Неплохо, неплохо. Время 8:05. Был сигнальчик, друзья. Сейчас покажу. О, монеточка лежит. Монетосик. Серебро. Белончик. А я вот что-то хожу, как раз думаю, что-то нету серебряных. Белонов что-то нету. 25-го десяточка. Хорошо. Зачетно, зачетно. Ну вот, пошло дело. Продолжаем. Вот лунка, я белон только что поднял. Разворачиваюсь. Смотрите. По верхам лежит монетка. О, советик. О, какой хороший. В сохране. О, 2 копейки 30-го года. Я не находил такой год, двушку. Первое этого года. Классно. Зачетно. Выпала вот такая штучка. Думал, сначала монета, блин, а нет. Свинец какой-то. И на ней вот оттиск от монеты. Еще есть дырки. Штучка такая. Обманка. Да. В общем, сходили, кашки сготовили, покушали. Леха пошел туда за болото полазить, а я вернулся на пашню. Ну и в общем, сигнальчик был. И вот что выпало. О! Еще одно колесико от керосинки. Тоже с надписью. Зашибись. Так, Леха нашел копейку последнего чекана. Колечко серебряное 84-й пробы. И конинку, да? Продолжим. Итак, монеточка выпала. О, 20 копеек. Подзатертые. Непонятно даже какой год. Ну, серебро, что, пойдет?
Итак, время без 20:12. Еще сигнальчик и монетка. Копеечка последнего чекана. Семьдесят пятый год, что ли? То ли 75-й, то ли 76-й. Непонятно. Монетка, зашибись. Ищем. Леха позвал, что-то там у него выпало. Давай смотреть. Что же это такое? Монитосик какой-то, да? Что там за монитосик-то? Двушка плоская. Так, протер для монету, короче, 66. Это оказалось 2 копейки, 1866, да? Угу. Плоский чекан. Пойдет, если что. Хожу, значит, хожу. Внезапно сели аккумуляторы на сигнуме. Иду на базу. Посижу, отдохну. У меня там еще и на лупы есть. Здесь хамелеоны стояли старые. Ну, ночь отходил с ними. Хватило. Вчера я тоже погулял. Ну, быстро уже садятся. Сколько им уже, 3 года. Передохну, наверное, посижу полчасика. Может, потом еще похожу. Посмотрим. Мы же били, переедем на другое место. Видно будет. Есть еще места для проверки. Намечено несколько полян. Так что посмотрим. Ночью еще поднял вот такую пулю какую-то интересную. Фиг знает от чего. Прикольная тема, надо отложить, пробить потом. Эх, чайку сейчас тяпну. Красота. Это уже матера. Это уже конкретно. А вот здесь вот под вопросом. Йо, там еще и камни какие-то здоровые. Посередине. Да фиг с ним, поехали обратно. Ну тут что-то все в траве. Что толку-то ехать? Там еще найдем какое-нибудь место, что. Так, переместились на еще одно местечко. Тут вроде как бы тоже что-то стояло, возможно. Ну невозможно, а точно. Да? Возможно, точно. Возможно, точно стояло. Нашли местечко, где перейти на другую сторону. Маленькая речушка течет. А на другом берегу, вон, домовые ямы. Непоняточки какие-то стоят. И там трава сгоревшая. Похоже, была недавно. Сейчас посмотрим, что там можно найти. И можно ли вообще что-то найти там. Красивое место. Зашибательское. Короче, продолжаем пробивать это место. Вот это то ли мост, то ли что, старинный, походу. Подошел сюда, в общем, поднял кусочек сводочки. Небольшой. Вот такой вот. Жаль, конечно, не целая, но и на том спасибо. А, подожди. А, по-моему, она целая. Она такая есть, или что, обломана? Нет, ничего.
А, да, обломанный. Ну, ну ладно, что. Будем искать целые. Что, нормально? Да нормально, ну. Куда проверяю, блин, и что-то еще звонит, смотрю. И точно, блин, вторая часть от этой створочки. Нижняя половинка. Зашибись. Красота. Давно металлопластику не поднимал. Даже такое радует. Ломаное, маленькое. Так, вот здесь была створочка. Тут Леха поймал какой-то сигнал непонятный. Ну так, шмурдячный, да? Ну проверять надо все. Проверим. Железячка. Или что, корень. Ага, железячка. Ну ладно, что. Что за железячка такая интересная? Это моднячая. Ух ты. Моднейшая железка. Леха ушел на тот берег. Там ходит. А я здесь нашел пуговицу с орлом. Это спухшую. Ну, они все такие наполовину железные, они разбухают и лопаются. Прикольно. Друзья, копнул сейчас луночку. И монеточка. Лужечка 24-го года. О, зашибись, а. Классно. Леха тоже опять на этот берег опять перешел. Может, тоже что-то сейчас найдет. Ладно, друзья, ищем дальше. Стоит мой уважаемый, многоуважаемый братишка. А в руке у него, смотрите, что. Ёкаламане. Как вы дошли до такого? Да-да, друзья, это он самый. Проба имеется, только непонятно какая. Красота, красота вообще. Это жиё самое натуральное, блин. А я такой думаю, ой, бедное место, нифига, две копейки поднял. А тут вон оно чё. Вон оно, как оно происходит. Все, молчком раз-раз и пошел дальше жилье копать. Офигеть. Ну непонятно это место, непонятно. Так, после того, как Леха поднял лыжик, я хожу дальше. И у меня копеечка. Копеечка последнего чекана, братаны. Неплохо. Ищем. Итак, ходим и ищем. Еще находочка. О, монетка. Опять последний чекан. Пойдет. Тысяча 1890 какой-то. Ага. Блять, вот здесь яма. Да? Да-да-да, яма не скопали. Не проехал, пыжик там проедет мимо. Немного переехали на другое место. Это место будет последним в нашей экспедиции. Потом уже будем собираться домой. Был сигнальчик. И смотрите, половинка пятака последнего чекана. Да, жалко пятачок.
Жалко пятачок, но что поделать. Вот такие вот случаются неприятности. Итак, копнул лунку. И смотрите. Ой, из комочка монетка торчит красиво. Двадцаточка. Со щитом, мужик. 20 копеек 1931. Не, не Билон, не Билон. Щитовик. Так что вот так вот. Тоже приятно. Пойдет. Итак, еще находочка. Крестик. Вот такой небольшой крестик. Пойдет. Итак, друзья, наше путешествие подошло к концу. Собираемся и двигаем до дома. Изрядно устали. Сил уже больше ходить нет. Посетили живописные места. Отлично отдохнули. Да, вообще супер. Ладно, друзья, всем спасибо и до новых встреч. Утро следующего дня. Наконец отоспался Рекс. Рексушка. Сейчас помыл, короче, находочки. Да, Рекс? Рекс тут сидит, кстати, вон. Вот тут сарайка стоит, в ней будка. А под будкой вон всякий хабар тут. Да, Рексушка, молодец. Хабар вон. Стаканы ПГВ там, всякие штуки. Вот тут монетами забит стакан ПГВ. Гребли всякие, там всякая фигня. Да, Рекс! Рекс! Тихо, блин! Всякий хабар, короче, там у него. Да? Молодец! Молодец! Вот собственные находки данного выезда. Помыл. Вот ложечка. Что-то там какое-то клеймо просматривается. ГП-18. И дальше непонятно. Створочка. А, кстати, вот этот колокольчик-то я поднял. Я рядом в лунке нашел и часть от него. Так что можно будет припаять. Вот этот кусочек. Как раз подходит. Вот, кстати, непонятка, да, тоже. Вот такая непонятная штука, колесико от примуса какого-то. Если кто знает, напишите, я первый раз такое клеймо вижу. Ну вот это более распространенное. Это немецкое, наверное, или английское. Вот такой кран. Пуговки, две орлянистые, одна маленькая, одна большая. Монетосцы. Пару крестиков. Вот это иностранная какая-то. Непонятная. Может, в принципе, и Финляндия. Орел двухглавый вон. Ну, что-то типа такого. Два билончика. 1885, по-моему. Или 90. А, нет, 93-й год. Ага, 93-й год, да, двадцаточка. 10 копеек 25-го. Серебряная сережка. Створочка вот помылась. Тоже можно будет, в принципе, сделать в будущем. Две части собрать вместе. Пятачок. Последнего чекана 1869 год. Вот такой пятачочек. Двушечка Екатерины. В общем, вот такие вот находочки, друзья.
Ладно, всем пока.